Все много числилось. Ну что, еще один заебательский день в заебись Геленджике. Да? Ну-ка давайте посмотрим, где мы просыпаемся. Где мы проснулись сегодня? Ой, пыли сколько. Как будто чего-то не хватает. Да чего не хватает? Все нормально, что? Мне еще заколочку в форме лилии купили, подарили. Лилия. Кстати, лилия — это тоже еще не последнее имя. Есть имя у меня еще глубже. Оно какое-то длинное, индийское. Что там? Танатана Братишванато. Там что-то это длинное очень, короче. Этот вот это конец. Только. Тут мне медиум сказал. У нас был сеанс, так скажем, с потусторонним миром. С тем миром. Вот, они мне много чего сказали. В том числе начало мое имя читаться, которое более настоящее, чем Лейла и чем Лилия. Знаете, как слои. Сначала на поверхности идет Лейла, потом идет чуть глубже Лилия, потом вот это индийское, потом, я думаю, еще что-то там дальше глубже есть. Знаете, как откапывание человека, ну, откапывание существа, да. Капывание сущности. Когда ты смотришь в глаза и видишь, что внутри, а не на поверхности. Кстати, абсолютно другой разговор идет, когда ты общаешься с человеком, с, так скажем, с существом, не поверхностно, да, не как, например, Коля. Когда ты не с Колей общаешься, а когда ты общаешься с тем, кто в Коле. Кто в Коле, понимаешь? Коля — это что? Это ничего. О чем с Колей общаться? О чем с Колей? О яхтах? Ну и хули эти яхты? Понимаете, это не... Это вообще не интересно. Это так, попиздеть просто. Интереснее пообщаться с тем, кто в Коле. И очень важно, так скажем, пробудить, наладить контакт, так скажем, телепатическую нитку, телепатический канал провести с человеком и общаться уже на этом уровне, понимаете, где слова уже не несут особый смысл. Где несет смысл вот такое общение. Притом слова лишь усиливают. Это не сказки. Так намного эффективнее общаться через пиздеж. Через пиздеж никто ничего не понимает. Через пиздеж только вообще ничего. А вот отсюда ты передаешь чувства, информацию полную, наиболее полную, так скажем. И в человеке инфа остается не на уровне ума, а на уровне понимания, на уровне опыта, на уровне ощущений. Это намного сильнее.
Что, у меня кожа начала очищаться? Вы сомневались, что ли, в моей энергии мысли? Не сомневайтесь никогда. Не во мне. Зачем во мне сомневаться? Когда вы во мне сомневаетесь, вы посылаете отрицательные энергии, отрицательные колебания в воздух, которые вносят коррективы в мою жизнь. Они, конечно же, настолько маленькие, что можете сомневаться, мне пофигу. Но лучше, если вы будете мне верить. Мне будет намного лучше жить. Ну и что про меня-то? Не сомневайтесь в себе, во-первых. Зачем вы себе колебания отрицательные вносите в жизнь? Когда вы в себе сомневаетесь, знаете, тоже ни туда, ни сюда. В одну сторону верите, в одну сомневаетесь. Никогда, никогда не сомневайтесь в себе. Ни в себе, ни в других людях. Не мешайте им жить. Это вы преграды строите, понимаете? Легче бежать просто, чем с барьерами. А когда сомнения — это барьеры. Вы ставите и на свою жизнь, и на жизнь своих детей. Это вот родители очень так бывают, любят делать. Родители же очень коррективы большие вносят с сомнениями. Что это такое? Бля. Пусть какой-то. Не было же его. Не было. Матери назывался, сука. Так. Ну-ка, блядь, признавайтесь. Кто из вас вот это сделал? А? Я потому что вот этого не ждала. Вот вам, пожалуйста. Понимаете? Я вот этого не ждала. Кто из вас сомневался, что я у меня будет чистая кожа лица? Смотрите у меня. Я все вижу. Я все вижу. Знаете, кстати, в течение, скажем, дня, события, да, можно даже различать, кто, так скажем, кто из сущностей подкинул то или иное событие. Потому что событие носит определенный оттенок, определенную волну. И можно угадывать, что за сука сделала так, что у тебя душ не включается, что у тебя горячей воды нет, когда ты и хочешь, или еще там что-то. Поэтому смотрите, может быть, у меня глаза и добрые, но я же снимаю не 24 часа в сутки. У меня бывает вылезают темные сущности из меня, когда я ненавижу, когда я мщу, когда я наказываю. У меня есть видосы такие, только пока я их не выкладываю. Вот когда вы будете готовы правильно воспринять данные видосы, я их выкину. У меня вообще очень много видосов. Очень много. Но всему свое время. Понимаете? Так что давайте быстрее.